Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Незнание закона не освободило северодвинца от наказания. 35-летний грузчик «Звездочки» в социальной сети призывал горожан к экстремистской деятельности. За унижение человеческого достоинства мужчине грозит реальный срок. Из зала суда Ксения Кабанова. В течение всего 2014 года этот подсудимый публиковал на своей странице в социальной сети незаконные изображения и аудиозаписи. Они привлекли внимание сотрудников ФСБ. Сегодня 35-летнего грузчика «Звездочки» судят за призыв к экстремизму. В своих постах северодвинец оскорблял евреев, кавказцев, чеченцев и афроамериканцев. Ну, согласен, только я единственное не знал, что это запрещено. Нет, ну, в целом все не согласны, да? Подсудимый совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение чести и достоинства лиц по признакам расы, национальности и религии. Также подсудимый совершил действия по возбуждению экстремистской деятельности. Адвокат подсудимого обратился с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке. Однако гособвинитель возразил, в особом порядке наказание не превысит 2/3 максимального срока. Однако судья вынес свое решение. На основании вышеизложенного суд постановил особый порядок прекратить и назначить рассмотрение уголовного дела в отношении Радукова Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, 280 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации в общем порядке. За содеянное Савачанину грозит 5 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 8 февраля. Возможно, на него северодвинский грузчик не опоздает, ведь на первом заседании его ждали 40 минут. Как сам признался, часы сами перевелись. Ксения Кабанова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.